эти абиссинские. Вот они, пять девочек наших, сонные красавицы, красавицы сонные. Одели все мошенники, чтобы на них смотрели, выбирали. Выбирайте, кошечки распроданы все, давайте определяться по хозяевам, кому какие больше нравятся. Они сейчас, конечно, они сонные, спокойные, нетипично для абиссинов, но зато их можно поснимать. И ты спит. Эй, Соня, покажись, какая красавица, покажись. Ну, давай просыпайся, ну, голубенькая, просыпайся. Шарик погоняй, смотри, какой шарик. А? Кто шарик хочет погонять? Девчонки, давайте, покрасуйтесь. Хозяева на вас смотрят, на девчонок смотрят хозяева. Выбирают, какую кошечку им взять. И они все одинаково красивые, все хорошие. Сейчас скажутся все сонные, спокойные. Нет, абиссинцы не отличаются сонливостью. Они поспят, да и играют. В основном, скажите, мы играем, бегаем, резвимся. Всегда готовы поддержать какую-то игру, да, с детьми и взрослыми. Никого не обижаем, да, никаких девочек, мальчиков, лялечек и взрослых. Никогда мы не обидим, зато поиграем с удовольствием, да? Ну-ка, розовая красотка, ну-ка, просыпайся. Потом поспишь еще, сейчас мы вас поснимаем. Сейчас мы вас покажем хозяевам, да и потом поспите еще. Вы что, думаете, мы вам спать не дадим? Нет уж. Лучше спите побольше. Да, от вас шуму-то от пятерых. Там еще братец где-то спит отдельный. Мальчишка у нас один на выводок. Пять девочек, да? И один мальчишка. Повыше подними, пусть постоянно. Ой, так, давайте, вставайте. Ну-ка. Вот такие девчонки. Полтора месяца кошечкам. Повезем их послезавтра на первую прививку. Через 3 недели будет вторая прививка. А потом поедем в Питер. Сядем на поезд и поедем. Всех вас ждут хозяева. Да, поедем. Красивые, здоровенькие девчонки, воспитанные, да? Через 3 недели уже все научитесь ни разу никуда не писить, не какать, да? Только в горшок. Пока бывают у нас аварии. Ну, им всего полтора месяца, да, всего полтора месяца. Девчули, ой, а та так и не проснулась у нас, лежит, да? Дремлет. Че, отстаешь от коллектива? Дремлет, сказочный город. Давай, просыпайся. А вот мышка, смотри, еще какая мышка. Ой, какая мышка. Вот это мышка. Давай, просыпайся, голубенькая. Ну. Опа. Так, сейчас потягушки сделаем. Взбодримся, да? И приступим к игре. Конечно, смотри, как тут интересно. Эй! Уж лапы и хвосты. Лапы и хвосты. Так и надо показать длинные лапы, красивые хвосты. Окрас шикарный дикий окрас. От папы у них такое свечение рыжеватое. Подсветка, подшерсток какой. Животики, посмотрите, какие все светленькие, персиковые животики. Глазки у всех обведены белым, как положено. Белый подбородочек и не более того. А шеи, грудки персикового цвета. Там белых никаких пятен быть не должно. Ушки большие и расставленные широко у них ушки. Не как у зайцев вверх, а треугольник получается, если от кончика носа до кончиков ушей брать, вот он равнобедренный треугольник получается между ушами и от носа
Да, равнобедренный треугольник. Вот он, вот такой вот он. Красавица наша. Ну, ну, все одинаково прекрасны. Все одинаково прекрасны. Кому какая больше нравится. Оп, одела я на вас. Оп, еще я на вас одела. Веревочку какую-то одела на вас. Ну что, голубая мячиком занялась? И шариком занялась? Взирает. Да нет, вот он ее же шарик. Смотри, вот он, вот он. Оп. Давай. Давай, присоединяйся. Ну. Вот так тянется, красивая. Очень грациозные кошки. Перетягивание лап построим. Ага, тянут друг у друга. Так, так, так. Кто у кого вытянет? Кто кого победит, а? Кто кого победит? Шлеечка. Кто на шлейке пойдет в поезд, а? Кто на шлейке в поезд пойдет? Кому билеты надо покупать, как людям, а? Кто будет ехать в поезде по билетам? Вот эти кошки. Красота, тебе не досталось ошейника, не досталось. Вот, 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 вот. Ах ты, игруня. Ах ты, игруня какая. Пузико, такое красивое пузико. Черные лапки. Вот у них окрас дикий по лапкам. Дикий или еще в паспортах пишет Неру черный. Черные лапки и черные полосы. Ну, условно, черные полосы на спинках. И очень светлые брюшки. Вот, давайте в футбол. Все, трое уже гоняют мячик. А эти перетягивают канат. А вот еще ваша мышка любимая, которая на самом деле заяц, да? И вот такая мышка. Оп, оп, ну давайте, давайте. Давайте, игруны. О, это у нас баскетбол будет. Баскетбол, давайте, волейбол. Ну-ка, вот они, вот они. Вот они четыре. А так канат грызет. Схватили, схватили, молодцы. Молодцы, девчонки, схватили канат. Ох, ох, они прекрасны, такие девчулечки. Какие-то девчулечки, хорошулечки мы, хорошулечки. Вот они. Где там, где там, что там? Потерялась мышка. Вот она, вот она. Давайте. Ты-ды-ды, ты-ды-ды, разодрали мышку. Разодрали мышку. И лапами. Вот, все, запутала я вас. Ну-ка, выпутывайтесь. Ну-ка, выпутывайтесь. Давайте, вылезайте из оков. Вылезайте из оков, кулемы. Мамка так урчит вам, да? Мышку, смотри, мышку дерет. Дерет мышку. На мышку дери. А, твоя будет мышка, да? На. Да? Так его, так его. Заяц. Оп! Села! Села на попу. Ну, ну. Оп, оп, оп. С мышкой в руках. Любит посидеть вот эта девчонка без ошейника. Как дрессированная. На задних лапах походить. Ага, ходить не ходит, но сидит она. Сидит она с удовольствием. Ой. А кто кусается? А кусаться нельзя. Оп. Давайте. Это бокс, это бокс. По груши бьем лапами. По груши лапами бьем. Какая самая игривая? Сейчас сонные, так не поймешь. Может быть, как раз вот эта без ошейника, которая самая шебутная. Да? Да? А какая-то есть девочка поспокойней. Одна вот есть, она почаще ее вижу, спящая отдельно от всех. Эти парами там играют, требушат друг друга. А одна девчонка спит где-то в сторонке. Есть тут такая девочка. Кому нужна?
кошечка поспокойнее, мы ее определим, пишите нам. А кому нужна самая игруля, которая в предыдущем видео шипела, да, так на тебя шипела на камеру, смело так шипела, как на агрессора, тоже напишите, кто любит шипучих кошечек таких, таких прямо глава семейства такая она охраняла, других кошечек шипела. Ну, какое брюшко мягенькое. Никаких пятен нет. На грудке никаких пятен ожерельев нет. Должен быть абсолютно чистый вот этот цвет. Да что ты меня вздумала тут кусать? Да? Или царапать? А ты знаешь, что нельзя? Ты знаешь, что нельзя учиться царапаться? Только играть. Когда играешь, когти прячь. Когти прячь. А может, они еще и не умеют когти прятать. Да? Может, и не умеют. Ошейник не нравится. А, что такое, скажи, отдели? Я его давай-ка вот так, чтобы он тебе меньше мешал. Все. Ну, хватит.